Топ-30 для Казахстана – задача решаемая. Более того, по некоторым аспектам страна уже в тридцатке. Результаты исследования независимых экспертов сегодня были озвучены на заседании Азиатского банка развития. Также в рамках мероприятия презентовали книгу «Казахстан-2050. На пути к современному инклюзивному обществу». Над ее созданием работала команда из 250 международных экспертов в различных областях. Они изучили достижения страны в сфере человеческого потенциала и эффективной энергетики, зеленого роста и наукоемкой экономики. Топ-30 не самоцель, отмечают специалисты. Главный вопрос, который при этом решается – благосостояние населения. В этой книге независимые эксперты не просто признают высокую вероятность вхождения Казахстана в тридцатку развитых стран к 2050 году, но доказывают это, публикуя свои исследования. Видение «Казахстан-2050» является уникальным по своей смелости и масштабу. Достижение уровня передовых стран подразумевает не только рост ВВП на душу населения, но и ощутимый прогресс в экономическом, социальном развитии в целом, обеспечивающий достойный уровень жизни. Здесь мы попытались прописать поэтапную стратегию работы, и мы пришли к выводу, что топ-30 для Казахстана – это реальность. Разумеется, для этого нужно ускорение, рост экономики и диверсификация в сторону несырьевого сектора. Конечно, мы разработали два сценария развития событий. О реалистичном я уже рассказал, но есть и негативный расклад. Так вот, при худшем сценарии Казахстан останется на тех же позициях, что и сейчас, в топ-50.